Анонс и точка выхода с 200 по 204 серию нового сериала «Кровавые цветы». Новые серии сериала продолжат выходить 4 декабря на турецком телевидении по одной в день. А сейчас давайте вспомним, что мы увидели ранее в сериале. Итак, показали Барана и Дилан, которые отправились в Марлин на поиски Эсры и Алмаза. Мужчина катает ее на лошади и во время прогулки говорит любимой, что город, в который они приехали, очень похож на сказку. Девушка улыбается и говорит ему, что вся их жизнь сейчас очень сильно напоминает сказку. Между ними все сильнее разгораются чувства во время этого путешествия. Оно сближает их и показывает, насколько сильна их любовь друг к другу на самом деле. Дилан благодарит мужа за то, что он позволяет ей проживать такую замечательную историю. Она рассказывает, что каждый день благодарит жизнь за то, что в ней она способна получать такую невероятную любовь. Баран также говорит девушке, что очень благодарен жизни за то, что она свела его с ней. Дилан не верит в то, что у человека может быть какая-то другая мечта, помимо того, чтобы кто-то так сильно любил его. Девушка не может передать, сколько приятных эмоций ей приносит такое путешествие. Баран называет девушку своей сказкой. Он интересуется у нее, какие места она хочет посмотреть. Дилан влюбленно смотрит в его глаза и говорит, что она хотела бы как можно лучше узнать места, где он провел свое детство. Она хочет ступать по всем тем же дорожкам, по которым когда-то ходил он. Баран говорит Дилан, что она может устать, но ее ничего не останавливает. Она хочет вместе с любимым исследовать город его прошлого. Вечером они возвращаются в отель. Девушка снова говорит о том, как сильно благодарна за эту любовь и как сильно она любит Барана. Мужчина отвечает, что тоже любит ее, и он не перестает благодарить Вселенную за ее существование. Он обнимает Дилан за талию и прижимает к себе ближе. Когда они вместе, все их проблемы просто перестают существовать. Эта ночь обещает стать для них чем-то поистине особенным. Новые серии сериала продолжат выходить 4 декабря. Если вам нравится сериал, и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.